Ну что, уважаемые друзья, если вы, как и я, заскучали в городе после долгой зимы, предлагаю посмотреть сюжет, чем живет белорусская деревня. Сегодня вот выбрался 60 километров на машине, на верши часа. Смотрите, как классно. Птички поют. Вот. Ну что, зайдем посмотрим, как прошла зима. Уже, что удивляет, в городе там асфальт и заметно, а здесь уже реально трава зеленая. Уже пора заниматься сельским хозяйством. Так что Пасху на следующей неделе встретим. Друзья, на машины. И на сельскую местность. Пора за работу. Здесь вот открыли виноград. Всю зиму был накрыт там целлофаном. Не знаю, как пережил, но я думаю, нормально. И вот хороший сорт, белорусский виноград. Такой вкусный, сочный, немножко такая кислинка. Ну, и гроздья такие крупные, и ягоды большие. Сорт не помню, но, в принципе, неплохо. Вот, ну и вот все эти строения, все здесь нормально, зима прошла хорошо, на доме вот подковка на счастье, раскапывали, нашли, весело, вот, и видите, какая уже трава зеленая, вот. Красота, небо синее, вообще сегодня такой день отличный. Наверное, первый весенний день. Пройдусь немного еще по огороду, посмотрю. Эта груша чудом уцелела. Я здесь, когда все срезал, и грушу хотел срезать. Начал с веток, дошел до верхних. Сломалась пила, была уже поздняя осень. Пока пилу починил, наступила зима. Так груша и осталась. Хорошие, кстати, груши оказались, крупные такие. В прошлом году было много, только трудно доставать. Ну а дерево, оно на грушу перестало быть похожим. И мы его все стали называть пальмой. Так и стоит такой 3 метра высоты столб. Ну и вверху небольшая такая зеленая. Вот зеленый купол. Ну вишня тут, много вишни. Сливы много. Яблок, груш. Ну, такой обычный деревенский огород. Немножко вам покажу просторы. Вот. Это сжигать надо. Собственно, обычный такой белорусский пейзаж. Небо красивое сегодня. Все, наверное, поеду. Яблоки перебрал. Еще немножко яблок есть. Возьмем с собой в город. Будем уже собираться. Уже 7 час, пока еще доедем. Ну и все, наверное, друзья. Спасибо, что смотрите. Спасибо, что интересуетесь. Остаетесь на канале. Из деревни. Обычной белорусской деревни. Вот сюжет о том, как здесь хорошо. Быстрее бы лето, я думаю, все уже соскучились по лету, всем надоела зима. Как я всегда говорю, зимой весна обязательно придет. До побачения, друзья, всего вам доброго.